Всем привет, с вами Информ-ТВ. Вчера скончался Роман Бадянов, известный по ролям в фильмах и сериалах, таких как «Левиафан» и «Солдаты». Актер страдал от рака легких, который диагностировали 4 года назад. Болезнь стремительно прогрессировала, и к концу лета его состояние ухудшилось. За несколько недель до смерти он перестал вставать с кровати и практически ничего не ел. Коллеги и друзья Романа глубоко потрясены его уходом. Ирина Розанова также не осталась в стороне. Неунывающий, всегда на позитиве. Очень жалко. Актер от Бога. Светлая память. Актриса Валюшкина отметила, что Мадянов продолжал сниматься и играть в театре до самого конца, несмотря на невыносимую боль. Она назвала его настоящим артистом. Павел Трубинер, еще один близкий друг, вспомнил, что они вместе рыбачили и отдыхали на природе. Александр Лымарев, с которым Мадянов враждовал в сериале «Солдаты», заявил, что в жизни актер был вежливым, любезным, и от него всегда исходили тепло и свет. Также слова соболезнования высказали Ирина Безрукова, Михаил Гривой, Борис Щербаков и Аристарх Верес. А за какие фильмы вы любили Романа Мадянова, пишите в комментариях. Спасибо, что были с нами, ставьте лайки, подписывайтесь. Удачи!